Отчет мониторинговой миссии ОБСЕ – это очень серьезное обвинение, которое ставит под сомнение результаты этих выборов и которые доказывают, что Молдова отдалилась от международных стандартов демократии. Об этом говорят эксперты и политологи, комментируя промежуточные итоги мониторинговой миссии ОБСЕ. Подробности в нашем материале. Бывший министр юстиции и бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский считает, что ОБСЕ озвучило очень серьезные обвинения, которые, цитата, «ставят под сомнение результаты этих выборов». Ну, на мой взгляд, это очень серьезные обвинения. Для государства, которое стремится стать членом Европейского союза, союза, который построен на основе законности, на основе прав, соблюдения прав человека, на основе правового государства, это убийственные обвинения. Согласен эксперт и с рекомендацией ОБСЕ пересмотреть чрезмерные полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям. Более того, Павловский считает, что такая структура вообще не нужна государству в данное время. Этот самый КЦС, как вы его называете, он вообще не имеет права на существование, потому что у нас в Молдове не существует каких-либо чрезвычайных ситуаций, которые бы требовали создания такого органа. Просто их нет, они были выдуманы для того, чтобы можно было нарушать закон, для того, чтобы можно было не соблюдать конституцию. Поэтому власти выдумали этот так называемый КЧС. Доктор права Тео Карнац считает, что оценка ОБСЕ говорит о том, что Молдова отдалилась от принципов демократического государства. Я считаю, что ОБСЕ зафиксировало очень тревожные факты для демократического государства. То, как ПДС отошли от демократии, ведет нас к диктаторскому или полицейскому государству. Единственный путь прихода к власти должна быть демократия. Комментируя оценку наблюдательной миссии ОБСЕ, Карнац пришел к выводу, что выборы, прошедшие в Молдове, не были свободными. Я прихожу к выводу, что выборы в Республике Молдова были не свободными. Были использованы административные ресурсы, чтобы снять с выборов реальных кандидатов. Это тяжелый случай. Мы постоянно хвастаемся, что Молдова демократическое государство. У нас есть свобода слова. Но ОБСЕ указало, что мы отстраняемся от принятых международных стандартов в выборах. Напомним, в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам всеобщих местных выборов в Молдове сказано, что власти Молдовы активно вмешивались в ход местных выборов, используя инструменты режима ЧП и административный ресурс. Отмечается, что были закрыты 12 телеканалов и 73 интернет-портала, что несоразмерно тем нарушениям, которые были зафиксированы. Более того, отмечаются чрезмерные полномочия комиссии по ЧС, решением которой были сняты 8605 кандидатов за два дня до выборов. В ОБСЕ считают, что это противоречит обязательствам стран-членов ОБСЕ и международным стандартам демократии. Стоит отметить, что ЦИК Молдовы отказал в аккредитации российским наблюдателям, которые входили в состав мониторинговой группы ОБСЕ.